мы едем на Бамбу. Это новый влог, как мы хуярим на Бамбу. Да. Здесь мы ожидаем нашу лодочку. Вот с этими чуваками. Здорово. Мы берем тикеты. Мы ожидаем нашу лодочку. Вот так это происходит. Китайцы жестко, агрессивно продают тикеты на лодку. И, собственно, вон там стоят эти лодки. Вот этот вот парень повезет нас на Бамбу. Он, конечно, жесткий гангстер. Мы отгружаемся на лодочку. Так, ну все, чувачок отгрузил нас на лодочку. Добраться до этого пляжа можно через гору, либо на лодке. Вот с таким парнем. Старый кинул якорь. И мы выписываемся. Ебать. Так, ну что, мы доплыли до пляжа. Выглядит он прикольно. Здесь достаточно много людей. Я думал, что будет чуть поменьше. День для тусовки на этом пляже именно. Лодки нон-стопом просто приезжают и уезжают. Трафик бешеный. Китайцы на этом делают нормальные бабки, походу. Такой здесь барчик а-ля резорт с жесткой расчеловкой и раскайфовкой. Пославский уже готов. Как всегда. К нам подтягиваются еще бойцы. Бля, вот нет. Эти бойцы на месте. Мы нашли бойца своего еще одного. Но он пока офлайн. Привет. Блин, круто. Ну ладно, мы пойдем на Бамбу Хат. Будем танцевать. Че, как обстановка, клюет? Чекпоинт. Смотрите, что я только что нашел. На фотке на пляже только. Бля. Опасная хуйня. Мне не получается. Пополнение в отряде бойцов. Пинголадка у нас тут. Продолжение себя сегодня. Приветики. Привет. Чиназос. Мы делали браслетики. Диман, показывай свой. Опа, опа. Хуяц. Вот такая вот схема с крестами. Все подходит. Вот такая вот схема. Кьюти, бьюти. Бьюти, кьюти. Покажи свои воебоны. Вот такие вот уродиковые воебоны. Нет, там каждая эту. Пусси Хантер на месте. Охуенное колечечко. А бусы есть вчерашние? Нет, есть браслет. Браслет, да. Браслетик тоже охуенный. Ты что, охуенный? Не, давай, давай. Ну, давай по-славскому. Сходь колы. Сигаретки свои курят. Как тебя найти, Сан-Клаудио? По-славски. А?
Ну что, добрый день. Эй, здорово. Вы видели сегодня самый красивый купальник? Да, вот тот розовенький. Нереально прозрачная вода и супер мягенькая. Отдельного внимания, я считаю, заслуживают тайские собаки. У них у каждой своя территория. Я бы назвал это собачьим ОПГ. Собаки-гангстеры. Они жестко контролируют каждую свою территорию. И не вариант переходить черту. Вот эти парни только что пытались перейти черту, их отсюда жестко выгнали. Нихуя ты боевой. Посмотрите, какой он боевой. О, у них подкрепление, они пошли еще поморосить. Что скажете, псы? О, пошла. Заявочка на пуделя. Таким образом они моросят. Ну, эти ребята отстояли свою территорию. У боевого трясется нога. Черныш проверяет, что по сексу, вообще какие тут мувсики. У черныша проверяет черныш, что по сексу, что по мувсикам. Но вот так вот они здесь и живут, и двигаются. Все нормально, просто. Мы просто на ЗОЖе, потому что мы визажисты. За нами увязался вот этот странный парень и рассказывает нам всякую хуйню и свои истории. Я так же, как Гера, валяюсь, а потом типа я иду. Дайте мне кокаина срочно, потому что в себя прийти как бы. И что, ты пришел в себя? Да, я ему ставил тапки на колонку, тапки на вентилятор, который на него дул. Ну то да, конечно, Влад. Что ты думаешь по поводу этого парня? Ну я шизик. Его шизик, я. Я лучник. Сегодня одна пати, все будут отдыхать. Отдыхай, потому что охотится только Владик. Да, Владик бьет только по трусикам, так что... Вот по мужским. Yeah. Что скажешь по поводу этого местечка? Чилик, брат, вообще. Здесь на пляжике про все забываешь. Вообще там играет музыка от студии, отголоски доходят, а мы здесь просто чиляем. Солнышко светит, песочек нагревается, водичка тоже. В субботу на воскресенье проходит вечеринка в Идане. И чувачки просто чиляют на песке. Сидит себе голенькая. Сисечки показывает. Бамбу находится на скале. Я потихонечку прорываюсь вверх. Вот такая здесь дорога туда. Прикольный мостик наверх идет. Очень здесь красивый вид. В общем, для Пангана это одно из самых прикольных мест, потому что здесь не так много народу, так как сюда надо плыть на лодке. Это еще стоит 300 бат в одну сторону. Ну и довольно-таки запарная, надо иногда ждать лодку, потому что люди выписываются отсюда и вписываются по-разному. А лодок довольно-таки ограниченное количество. Здесь можно попрыгать со скалы. Нихуя себе заявочка. И тусовка как бы сама по себе проходит на самой скале. На ней поставлен бар. Музычка, довольно-таки прикольная музычка, на самом деле, здесь проходит, ну, звучит по воскресеньям, потому что соседнее место это Идана, там более торчаловка. Здесь чуть-чуть поприличней. Все эти забили лялек. Thank you.
общем, здесь очень много людей. И все они развлекаются как умеют. Опять Посланский. Посланский очень сильно хотел сняться в моем влоге. Очень. Мечтал все время. Просил каждый день об этом. Анок, у меня что-то водички плавает. Посмотри, а. Ой-ой-ой. Очень много кто здесь присутствует. Что-то уронили в свой бокал или в свою ноздрю. Можно снять жилье здесь в таких бунгало, прямо на тусовке, чтобы далеко не уходить, так скажем. Можно зависнуть, например, вот так вот в гамачке. Можно на ковре. Бамбу — это самый топовый пляж, на котором я был в Таиланде. Сегодня еще такие большие волны. Но, о, блядь, что это? Я на что-то наступил, на мерзкое, пиздец. Пошел нахуй с своей камерой, блядь. Заебал уже. Это Посланский. Ну вот мы и вернулись с этого сумасшедшего трипа. Вот главный герой вечеринки. Орём.